Всем привет! В этом видео мы тестим американскую крышку ТОТО, которая поставляется на американский рынок, ребятушки. И вот тут наш заказчик Иван приобрел ее. И, Ванюш, ну что, покажешь, да? Питание, да, блок питания. Это трансформатор, да, на 120 вольт. Это для того, чтобы ее подключить, ребят. Сейчас он пока у нас в тестовом режиме так установлен. Мы тестим ее. И классная, да, вот эта розеточка, да, влагозащитная. Ну что, давай зайдем? Давайте. Ребят, она нас видит, она нас чувствует, сразу начинает работать. Ну давайте попробуем. О, приветствует. Включается подсветка. Почему сброс воды, непонятно, но это какая-то такая функция. Промывка, да, получается, форсунки, наверное, да, происходит, да? Да, да, и чтобы почистить унитаз. Да, ребятки, вот такая вот розеточка прикольная. Ну что, давай, Ванюш, попробуем. Так, я снимаю штаны, шучу. Мы с помощью... Не было тарелочки тестовой, но нам стаканчик будет в виде тарелки. Давай, Ванюш, попробуем. Выходит штанга. Давай, не стесняйся. О, забрызгало немножко. Но ничего. Вот, струйки. Разные струечки пошли. Как вы видите, Иван нажимает на крышку пальцем, потому что это важно. Она должна чувствовать вес пользователя. Ну и вот. Так быстро. И фен. Включился фен. Фен. Все, теплый воздух. Сушит попку. Если сейчас подняться с крышки, то есть отпустить ее, и через какой-то момент времени она начинает... Но она отключается. Происходит профилактика выдвижной штанги, то есть промывка. Тоже правильно. И потом промывка самого унитаза еще. Вот сейчас начинается процесс. Я так понимаю, может, нагрева воды, да? Не-не, он воздух чистит. А, воздух фильтрирует, да? Да-да-да. Крышка подключена у нас к питьевой системе, ребят, к этим бакам. Вот сейчас пошла промывка. Выдвижение, промывка. Что самое интересное, это сейчас вот, сейчас вы видите опять струю воды. Вот, промывает остатки нечистот. Смывает с унитаза. Интересное решение. Вот. И с помощью кнопки открывается, да, стульчак, да, получается? Да, это самое классное. Давай. Да. О. Открывается и верхний, и сам стульчак. Ага. То есть у нас крышка, да, закрывается, открывается. Слушай, ну хорошо, задвигается, смотри, не видно. То есть иногда видно штангу. Угу. Здесь крышка прям закрывает, чтобы не загрязнять. Пачкаться не буду вообще. Да, 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 да. Слушай, практично, практично. И химия не будет попадать в плане, вот когда моешь тоже. Угу. Регулируется струя, ребят, сушит попку. Стульчак подогревается. Стульчак подогревается. Вот такой вот у нас пульт. Да, вот такой пультик. Запоминает режимы, да? Да, два режима. Два режима. Один, два. Угу. Температура регулируется, и, соответственно, да, положение, все. Давление. Ну что, классно, вот твоя идея касаемая питьевых систем, подключить питьевым системам. Это вот Иван разработал, я реализовал. Она оправдала себя. То есть нам хватило давления в системе. Питьевая установка, как вы слышали, сейчас отключилась. Она, то есть нам хватило этих баков. Быстро резерв воды получается этот весь, то есть компенсировался, да, после всего цикла. Но у нас еще увлажнитель отключен, он еще туда забирает. Да, не, ну круто, круто. Я полагал, что мы можем не справиться, из-за этого предусмотрел еще дополнительно здесь водорозетки для того, чтобы подключить систему отдельно, то есть уже от самого водопровода. Но если мы будем, как говорится, и пользоваться более очищенной водой через обратный осмос, то и срок службы
этой сантехники будет больше. То есть никакие там антенны, да, нагревающие, они не будут выходить так быстро. Круто. Иван, ты молодец. Вы тоже. Я благодаря тебе столько познал интересного. Так что браво, браво. Так что, ребят, учитесь от Ивана, читайте, интересуйтесь, развивайтесь и балдите от жизни, от таких вот интересных вещей. Все, всем удачи!